О тех, кто выбрал нелегкое, но благородное дело помощи людям и стал социальным работником, говорили на Авторадио. Более 200 человек этой профессии трудятся в областном комплексном центре социального обслуживания населения ИАО. Руководитель центра Елена Ворошилова рассказала о их работе, необходимость которой все время растет. Основной вид деятельности нашего центра – предоставление социальной помощи тем людям, которые не выходят из дома. У нас таких на обслуживании уже около 1400 граждан ежегодно обслуживается. Единственное, что с каждым годом становятся люди, ну, если раньше они там частично себя обслуживали, то с каждым годом сейчас все больше и больше людей становятся, которые себя даже не обслуживают. Современный соцработник и продукты должен доставить и обиходить немощного человека, и с госуслугами помочь разобраться, и поговорить душевно. Практически стать родным человеком. Тех, у кого это получается, наградят в профессиональный праздник. А признание и благодарности, несомненно, заслуживают все сотрудники центра. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин, Новости 21.